Так, всем снова привет, попытка номер два. Я надеюсь, то, что сейчас меня видно, слышно. Я надеюсь, точнее, не меня видно, слышно, а видно игру и слышно меня. Так, сейчас, по идее, не должно уже лагать. Я только что перезапустил программу, но вроде как все нормально. Вот, я сейчас посмотрел по OBS, вроде все в порядке. Так что должно быть... Что он тогда... Он иногда каким-то странным образом подглючивает. То он запускается с кучей тормозов, то... Вот, а то и начинается это самое. То нормально все идет. Вот. Ну, так скажите, так что, все нормально у меня? Звук видно, картинку слышно, все в порядке. Понятно. Ну, хорошо, погнали, ребят. Мы с вами собираемся уничтожать Арториаса. Волчонка мы его уже грохнули. Ну, как волчонка, тут он уже был здоровенным волком. Я чё-то даже не знаю. Чё-то я боюсь. Ой, чё-то я боюсь. Ладно. Погнали. Страж сви... Здрасте. Ой-ой-ой. Ни хрена себе, блин, пулеметчик хренов. О-о-о. Спокойно. Парень, да ты шарахнутый. Ни хрена себе ты дел... Ой, ебана мать. Я тебе даже удар нанести не успел, япона. Ой, пипец. Нормально. Хорошее начало, япона мать. Слушайте, он суровый гад. Я даже не успел добежать до него. Ладно, давайте попробуем его просто тупо атаковать. Надо как-то до него добраться. Если что, это не я нажал на букву Б. А кто же? Ага. Спокойно. Япона хрень. Слушай, ты суров, я тебе хочу сказать. У него еще и... Что ты делаешь, господи? Ласкается. Киска ласкается. Япона мать. Ты-то что, издеваешься, что ли? Японский хрен. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Ладно, может, я успею его завалить, а? Нет, скорее он меня завалит. Блин. Да. Да. Вот теперь мне игра начинает снова нравиться. Мантикора Грифон. Не, ну она мне и до этого нравилась. Вы меня не поймите неправильно. Просто она начинает мне попу рвать. В принципе, его завалить легко. Проблема в том, что он меня может тоже завалить очень легко. Поэтому... Козла... Да наведись ты, господи, на него! Спокойно. Да господи, твою мать! Твою мать! Ты чокнутый! Я ненавижу этого босса! Я ему даже еще ни одного удара не нанес. Восстанавливаем выносливость, давай, все. Нормально, нормально. Черт! Вот блин. Вот это пипец. Да.
Тихо, тихо, тихо! Спокойно. Чё-то я немного того. Паникую. Чё-то собрался делать. О-о-о. Сносят стамину нафиг. Спокойно. Тихо, вставай, вставай, дружище. Пей. Пей, Эстус, чё ты стоишь? Блин. Муха. Оп. Спокойненько, спокойненько, спокойно. Пей. Да. Босс оказался-то попоразрывательным. Тихо! Ставь щит, мать твою! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё-то я пипец как очкую. Ай, блин, да что ты, один удар! Вы зараза! Какой же ты скотина! Да подойди ты уже! Блин, да что ты? Ядрёна мать! Ай. Чёрт! Да какое в попу отравление! Как ты жив-то до сих пор? Ой, блин. Самое. Да, да. Это самое. Он ж меня вылечит, я надеюсь. Фу. Ой, блин. Ой, блин, пипец. За что ты так игра со мной? Ой, просто я не знаю. Вот последний удар просто было очень тяжело вот выбить. Это ж это кошмар какой-то. Ладно. Мы победили, мы победители. Давайте вернемся к костру, я должен восстановиться. Я надеюсь, что он не воскреснет после всей этой ерунды. Он все-таки босс. Мне нужны эстусы. Плюс мне нужно это самое... Мне нужно вспомнить, где руки, где ноги. Так, ладно. Это самое. Подождите, из него душа какая-нибудь выпадала? Душа стража. Слушайте, что-то душа уж больно клевая какая-то, по внешнему виду. Скажите, ее можно использовать в качестве прокачки или не стоит это делать? А пока я себе новый уровень подниму, выносливость себе немножечко добавлю. Вот она сейчас очень мне... Мне сейчас очень сильно не хватало. Ой, блин. Прикольно, кстати, меня официальный Twitch почему-то твитнул. Интересно. Она бесполезная? Ну, хорошо, давайте я тогда ее тоже использую на прокачку. Так, где оно там у нас? Ну да, в принципе, она и душ дала не особо много. 12 тысяч. Чё увеличить-то мне? Давайте ловкость. Давайте. Все, погнали дальше. Да, босс оказался, честно говоря, я такого не ожидал. Реально суровый парень. Но мы справились. Мы молодцы. Так, Артём, а если перезайдете в игру и выйдете на это же самое место, то встретите двоих боссов, причем они вроде даже не слабее. Двоих прям вот этих же самых?
Да ну нафиг. Чё-то я как-то не очень хочу изучать это дело. Так, ладно. Все, продолжаем наше путешествие. Нам нужно добраться до Арториаса. До него еще надо дойти. Святилище Алачили. Так, у меня маленький... Ой, а чё я туда к бонфайру возвращался? Тут, оказывается, бонфайр был. Так, меня интересует... Слушайте, мне вот тот гриб кажется, что он разговорчивый. Не знаю почему, но есть такие подозрения. Слушай, ты же это... Только взгляни на это. Из каких веков тебя принесло? Но пахнет от тебя человеком. Терпеть можно. А принцесса... принцесса Заря спаслась благодаря тебе. Твоя аура в точности такая, как она описывала. Я благодарю тебя за спасение ее высочества. Но принцессы Зари здесь больше нет. Ее украл этот ужасный первый человек. Я должна спросить, не спасешь ли ты принцессу еще раз? Так, вопрос у меня такой. Возник насчет первого человека, который ее стащил. Ее стащил Манус, что ли? Ну ладно, давайте я попробую ее, что ли, вернуть, наверное. Ну, не получится, Спасибо. Меня зовут Элизабет. Я страж этого святилища. Я что-то вроде крестной матери принцессы Зари. Я помогу тебе всем, чем смогу. Потому что я владею волшебством Алачили. Ладно, что еще скажешь? Ты увидишь потом. Бездна была порождением древнего зверя. И теперь она грозит поглотить весь Алачиль. Рыцарь Арториас пришел остановить бездну, но в нем не было никакой... ни толики тьмы. Несомненно, непроглядная пучина бездны проглотит и его. Может, бездну и нельзя остановить. Но я верю, что принцессу Зарю еще можно спасти. Да, Элизабет стала грибом. Везде встречается Элизабет. Так, все понятно, она зациклилась. Теперь меня что интересует? Предмет. Чем торгуешь? Не, ну, в принципе, надо тебе сказать, что... Ну, я, наверное, у тебя золотой смолы, наверное, возьму. Сколько я вот могу у тебя взять? Одну. Мало ли, когда она мне пригодится. Да светит пламя твой путь. Я сейчас понял, что я зря купил золотую смолу, потому что она все равно на эту алебарду не наносится. Ну, фиг с ним, ладно. Я помню, подошел, поговорил с грибом, и потом перепутал клавиши и убил гриб. Скоро начнет... Понятно. Так, ладно. Слушайте, а здесь красиво вообще, на самом деле. Такое место приятное. Вы меня ж пропустите? Окей. Ну, ладно. Стоп! Ёлки-палки, я узнаю это место! Офигеть! Это мы в прошлое, что ли, вернулись? Обалдеть. Супер. Просто супер. Вот это я понимаю. Королевский... Он тогда звался Королевским лесом. Обалдеть. Так, ладно, узнаем, что за вы, существа с вилами. В принципе, ничего особенного вы из себя не представляете. Хорошо. Это меня радует. То есть это получается, вон там я был, это там вот его могила потом будет. Так, ну ладно. Это что это там такое? Ой. Походу, это великаны. И что-то... Причем... Так, подождите, нет, один не великан вовсе. Подождите, сначала пускай один подойдет, который шустрый. Я прям вспоминаю Оранжштейна со Смаугом. Тихо! Тихо! Нормально. Нормально, блин.
Суровый мужик. Ничего, ты ядрить твою. Ты чё пришел с вилами? Крестьянка. Уйди от меня. С ума сойти просто. Я не такой шустрый, чтоб его победить. Щит, стоп, щит. Я даже не знаю, ругался ли я сейчас, или это я... Спокойно, не взрываться, пожалуйста. Ой, пипец. Полагаю, могила будет на том месте, где ты его завалишь, ну или нет. Ну, я не думаю. Так, чё-то мне не нравятся эти местные ребята. Они какие-то очень опасные. Я понимаю, что, скорее всего, мне было бы, наверное, их проще завалить, если б я в две руки взял алебарду. Но вы видели, что он делал? Он бил меня как, я не знаю... Вау! Нифига себе! Тут все еще круче, чем я думал. Что-то я не знаю, спускаться ли мне в лес, или место, где сражался со стражем, там, где убил Сифа. Это понятно. Наручи стража. Так, подождите, то есть мне по-любому вниз, я правильно понял? Или нет? Что-то я не соображу нифига. Куда мне идти-то? А. Мне ж не прыгать туда же. Потом в будущем здесь будет пролом. Что-то мне подсказывает, что я отсюда разобьюсь. Так, не прыгай. Я понял. Иди вдоль края. Вдоль края? Фу-то, ну-то ноги гнутые. Я думал, это каучук, а это пластик. Не узрел. Так. Постараемся их всех обойти. Я не хочу с ними со всеми сражаться. Особенно, если здесь будут великаны шляться. Это вообще не камильфо. Да не хочу я пока человеком быть. Так. Чё-то мне не нравится, что там стоят два больших парня. Точнее, один большой парень и один... Япона, мать! Здрасте. Вот вам и птички летают тут. Нормальная птица. Тот сверху ходит. С очень большими ногами. Это был Каламит? Я уже боюсь его. Я вообще что-то боюсь местных боссов. Они страшные тут до дурения. Так, у меня появился обломок титанита. Я потом смогу его использовать на прокачке брони своей. Потому что вот броня мне... Какого хрена? Что это за синяя фигня? Что здесь происходило? Мужик, ты из Outlast'а, что ли? Так, я думаю, что я в правильном направлении иду. Ой, дали бы мне еще один бонфайр. Было бы очень неплохо. Потому что что-то меня это место пугает. Оно какое-то слишком... Я так понимаю, это местные садовники были. Ты чё? Так, заросли фиолетового мха, хорошо. Ребят, чё скажете? Если что, я не являюсь кустом, поэтому... Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ко мне пришел большой дядя. Может, ты и уйдешь? Так, ладно, он вроде ушел. Синяя фигня, порча. Ладно. Эх ты! Тихо! Спокойно, парень. Все свои. Так, там великанище. Там страшное великанище. Опасайся пролома в земле. Что? Здесь есть проломы? Такое ощущение, что буря начинается, судя по звукам. Да блин! Так, а вот с этими ребятами что-то я не очень хочу сражаться. Золотая монета. Куда идти, ребят? Пишите. Я что-то заплутал. Я так понимаю... Тихо. Чё-то я зря... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Верните лифт. Так, ладно, те ребята остались наверху. Слушайте, посмотрите, здесь такое ощущение, что это фигурка чья-то. Блин, здесь есть где-нибудь поблизости хоть какой-нибудь бонфайр? Кажется, я его вижу. Так, чё пишет? Нужен солдат. Или это не бонфайр? А? Я не понял, а какого хрена чувак из Bloodborne делает в этой игре? Да, я догадаюсь. Тебя схватили и утащили в прошлое. Да? Да, конечно. Со мной случилось то же самое. Мы оба чужаки в чужой стране. Но нас, по крайней мере, теперь двое. Так, чувак, я так понимаю, что тебя явно из Ярнема взяли, судя по твоему внешнему виду. Тебе не встречался рыцарь Арториас? Легендарный путник бездны из старых сказок. Впрочем, все равно. По-моему, он никудышный герой. Так что дает тебе этот гигантский гриб? Не то, чтобы мне интересно, это вообще не мое дело. Что? Обо мне нечего сказать, правда? А ты знаешь обо мне? Что знаю я? Так, ладно. Чем торгуешь? Да, честно говоря, фигней какой-то ты торгуешь, парень. So long. Счастливо. Так, а где костер-то? Справа от него срез. Хорошо. О! Заработало. Только это все равно меня не спасает от того, что... По мосту, потом вперед еще лифт. Бежишь через лес к костру. Не совсем понял. Что случилось? Кто-то умер?
Там какой-то гигант уронил себя. Так, подождите, вы хотите сказать, что костер только тот, который вот там вот вдалеке, что ли? Или... А, да, понял, понял, хорошо. Я лучше все-таки сбегаюсь. Ой, сбегаюсь. Я лучше все-таки сбегаю. Восстановлю свои эстусы. И дальше. И тогда просто напролом побежим. Только я что-то не вижу. А, вот. Вообще, конечно, сейчас интересно взглянуть, потому что вот здесь, получается, была могила Арториаса. Вот, на этой поляне. Значит, эта хрень уже давным-давно разрушена. Жаль, жаль. Такая история у них, конечно. Да, но он есть после, но я не факт, что я пройду сквозь него. Ладно. Так. Теперь я хочу вас сжечь. Так, ну чё, побежали? Побежали. А место все-таки, надо сказать, очень красивое. Если бы только не та особенность того, что здесь можно умереть, как нефиг делать. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Да уж, сейчас, блин, дойду на пролом. Действие происходит за 300 лет до самой игры вроде. Круто. Да, Сив был еще ребенком. Щенком он был еще. Так, ну прекрасно. Просто прекрасно. Так. Ой, чё-то я не знаю, ой, чё-то я не знаю. Брюс Ли. Давайте призовем Брюса Ли, что ли. Не знаю, я что-то побаиваюсь местных боссов, поэтому давайте попробуем все-таки позвать кого-нибудь на помощь, там дальше поглядим, как пойдет дело. Я не хочу рисковать сейчас. Но это явный игрок. Ну, погнали. Кстати, Брюс Ли, это только уже от его логотипа бездна, так как он отдал... Да-да-да-да-да-да, все. Уязвимость голова. Это невыносимо. Так, все. Один на один. Ну, попробуем. Ладно, пошли.